Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сегодня 14 декабря 2015 года, понедельник. И вчера письмо мне прислали. Ну, это... Я в контактах-то не работаю. Там модераторы, администраторы, они, которые ко мне вопросы там приходят, они пересылают на наш форум. Вот. На наш YouTube. Вот я хочу показать сразу, чтобы люди увидели, вот он как, наш форум. Если в Яндекс зарядите православный форум Игнатия Лапкина, вы сразу выйдете на форум. Я сразу покажу, как надо пользоваться им. Когда зайдете, там главная страница, ну а дальше все понятно, как там. Если хотите участвовать, зарегистрироваться очень легко. Форум составлен, я вот сколько смотрю, другие форумы, это наш форум. Хорошо составлено, легко искать по темам, по оглавлениям. И если вам нужно выйти на последнюю страницу, вот здесь написано, вот, это храм Христа Спасителя, вот видите где, новое сообщение, вот я выделяю. Вот. Если вы их толкнете, вы выйдете сразу, тут сегодня у нас идет 307 страница. Это очень много, что по одному вопросу 307 страниц. А на одной странице там может 10 больше писем, где есть. Вот. Если вам нужно поиск искать, вот это вот новое сообщение. Вот на них давнете, и сразу последняя страница. А вот здесь дальше, перед самым концом, общий поиск. Вот он где. Общий поиск. Вот в него, если толкнете, то выскочит рамка. И туда записать слово, которое вам нужно. Если оно есть, наш форум, именно по форуму, не по всему интернету, то можно. И вот вчера... Колесникова, Николай и Анна предложили, ну что, надо такую тему создать. Вот они, где-то тут у меня вчера смотрел, где тема-то. А вот она. Вопросы, пожелания и события дня. Ну, дальше задавайте вопрос. Это я добавил к ним. Теперь это будет ежедневно. Это первый день номер один. Буду ставить номер и число. Вчера это было 13-го. Ну, только прошло сколько часов тут? 5 часов. 128 просмотров. Для нашего форума 128 за 5 часов – это нормально. Это не какой-то там известный международный форум. Вот, это в Ютубе. Вот оно. Как Ютуб наш выглядит. Православный видеоканал, открытым оком, во свете Библии. Вот запомните. Даже по-русски запишите. Я не показываю, как это... Вот сайт наш... Значит, к истине один народ.ру. Какой сайт, я еще раз покажу. Вот он сайт. Огромный сайт. Во свете Библии, православный библейский сайт. Здесь я отвечаю на 4124 ответа по темам. 55 тем. Вот отдельно. Тут можно на форум нажать, выйти на видеоканал. Я уже объяснял. Тут все мои книги. Ну и прочее. Ну, если кто пожелает, тут страница за страницей тогда открывается. Кажется, всего тут две страницы. Даже три по темам-то. Но тут все, все, 50 книг, аудио. Можно скачать, слушать. Это попутно говорю. И вот сегодня какие письма были, ну, все я не могу их, потому что бывает частный характер такой, что-то касается наших ресурсов здесь. Сейчас там-то такого ничего у нас фактически не бывает. Кое-что на форуме в личку пишут, отвечаю. Но попросили письма за каждый день публиковать и какие мои ответы. Поэтому на каждый день, тут будет так, каждый день как это, так и будет по дням-то, но я буду брать, что до этого было. Потому что те люди остались, вопросы остались в силе. К новым буду брать те, которые прошедшие, подтягивать хотя бы за несколько, какое-то время до этого люди говорили-то. И нужно людей оповестить об этом. Вы сами, кто смотрите вот эту, давайте какие-то отклики. Прямо сюда можете заходить. Можем в Mail.ru давать ответ. А лучше это на форуме. Форум у нас большой, и поэтому в конце ваши вопросы. Обязательно фотографию ставьте, обязательно. И вопросы, касающиеся спасения души, как правильно на земле прожить, угождая Богу. И вот сегодня я всю ночь, считай, провозился тут. И вот какой тут у меня? 307-й. Сейчас я погляжу здесь. Ну, это более ранний-то. Вот начнем с сегодняшнего дня. Вот. Считай, Ольга. Ольга Аверина, Вензенку.
по девичьему. Да. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня такой вопрос к вам, как к человеку опытному. В вашей, к примеру, деревне женщине без мужа возможно жить полноценно? Или она обречена на существование в городе? Знаете, какой вопрос? Он как будто спасения вечного не касается, но человек этим интересуется. Ну, маленькая фотография тут, тем более там мне перекинули. Она ВКонтакте там есть. Вы заходите на форум, тогда перекладных вот этих людей нам не надо будет. А то модераторы сами решают, какие вопросы мне перекидывать, какие нет. Я ничего этого не знаю. Ну вот я на это... Дальше будут ответы. Сначала тут какие вопросы. Тут еще вопрос. Письмо. Письма президенту Путину Владимиру и патриарху Кириллу о миссии в ИГИЛ. 7-12. Вот на эту тему, как отвечают люди тут что? Господи милостивый. Кто отвечает? Алеша Гусаров. Господи милостивый, Иисус Христос, даруй помощи Твоей святой люду, нуждающемуся. Благослови дела их, помилуй нас грешных силою Твоего честного животворящего креста. Я попутно хочу сказать, потому что мнения людей разные. Есть, ну, нападают где-то. Но мы это ничего не подделывали. Это естественно, вот как было, так и есть. Потому что они, ну, раз нет никакого доверия, им охота окончательно нас сломать, сдавить. Но они ничего не получают, во-первых. А во-вторых, подозревают в собственных грехах нас. Мы ничего не добавляем здесь. Вот. Кто пишет? Светлана Житко. Житко. Ну, фотография тут. Бог помощь, православная душа. Дальше. Люба Какаева. Это все за сегодняшний день пришло. Господь любит праведников, по вере и воздастся. Николай Басаргин. Вот это и есть истинная вера. Вера в Бога вечно живого. Алла Шляхова. Слава Иисусу Христу. Ольга Аверина, Винзенко. Нет, воистину не старик. Энергичный, полный сил мужчина. Бог вам в помощь в ваших начинаниях. И многое благое лето. Спаси, Господи. Вот так. Руслан Докучаев. Вот. Посмотрите, вот какой. Руслан Докучаев. Он это увидит, и мы не добавляем, не критикуем, ничего не... Вот он там такой есть. Я понял, что он альпинист. Видите, какой мужчина, какой он статный. Вот. И вот я его первый раз вижу. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Ответьте, пожалуйста, что в наше время можно отнести к искушению? Ответы я попозже, когда пройдем, по порядку идет. Вот отвечаю, кому это я отвечаю? Ольга Аверина, да. Так что отвечаю? Возможно, к вашей деревне женщины... Я говорил дальше, что я, мой ответ. Я одним словом отвечаю. Нереально. Нереально. Даже мужчина один не может. Это новое место. Должны быть средства. Ты для себя будешь готовить. Это завозить материалы, копать землю, поднимать бревна, мешать бетон. Ну дом построить. Скотину завозить. Это невозможно. Никак. Вот у нас приезжают сейчас один. Ну, она, правда, с ребятишками. Молодые там. Но... Во-первых, средства должны быть. Без средств ничего нет. Далее. У него их 6 братьев. Все взрослые. И все мастера. Там работают на ремонте квартир, в Новосибирске. Там. И вот он приезжает. Да еще с племянниками. А племянники все под 1,80 м. Ясно, что это сила. И он нынче заложил фундамент. Уже коровник там построил. И только половину... Дом еще не начинал. Только вывел на уровень земли. Алексей Устинов. Ну и у нас были одинокие, приезжали. Да я как-то, ничего нет. Все до одного уехали. Это никак нельзя. Должны быть свои люди, чтобы приезжали, помогали. Средства большие. Ну сам прикинь, какие сейчас материалы. Одну доску купить. Дальше, кому я отвечаю здесь? Руслану Докучаеву. Что? Что в наше время можно отнести к искушению? Я отвечаю. Что угодно, если ты рохля. Вот ответ. А я рассчитываю, что он потом будет задумываться, рохля он или нет. Вот для меня искушений никаких нету. Вообще нету. Почему? Это я, во-первых, считаю за естественное. А которое искушение, я знаю, Господь их вымерил по моей силе. Это не искушение, а обыкновенное в жизни идет. У меня свои наработки есть. А такое искушение, ой, искушение. Какое искушение? Не досмотрел. Вот. А чего бывает уныние у человека, апатия? Вот. Такие отвечают Ава Исаия, Ава Марк, это не пророки, а святые отцы. Ну, глубокие размышления-то.
Повторяю для всех, у меня нет никакого духовного образования, ни семинария, ничего нету. Я просто строитель, вот. Я просто отвечаю от плохо сделанной работы. Плохо сделанная работа тебя томит, тебя там додолбит, получил мало. На второй раз тебя на работу не попросят, и все время вот такой будешь. А хорошо, когда сделаешь любую работу, любую, конечно, полезную имею в виду, у тебя голова поднята. Ты все сделал, тебя снова приглашают, ты обойдешь. Вот здорово, ай да Пушкин, сукин сын, вот молодец. Как когда он Бориса Годунова написал-то. Сам воскликнешь, сам хлопнешь в руки. А так все время тут был, не был, я сделал, моя печать, и тут я работал. Не стыдно показать. Как у нас один у батюшки там карниз сделали, и наверху работал один человек, глухонемой. Ну и поднимал неаккуратно он... И этот, у карнизика кирпич выбил, а на него уже несколько рядов, этого, который выступает. Руки развел, все. Я говорю, я вот сделаю табличку и скажу, работал здесь такой-то. Он, нет. Вот его уныние пришло. А я сделаю афишку, что почему кирпич такой сломанный? И он на все время сломанный такой. Потому что ты работал здесь. И кирпич нельзя его никак заменить, ничего. Посмотри, вылетел голубок куда. Вот, о, вылетел. Это дикие голуби. У меня породистые, а нынче я двух решил взять диких. Чтобы, видишь, он как смотрит вокруг. Потому что здесь был карантин у меня для породистых голубей. Погибали, в них вертячки. А взял таких, которые... Вот они работают. Сейчас обратно пошел. Это он ее вызывает, сейчас его голубка. Я отвлекаюсь иногда так, показать. И вот я решил проэкспериментировать, заболеет или нет. Нет. Поэтому надо быть здоровый образ жизни вести. Вот он здоровый, крепкий, воркует тут. И вот-вот у него, может быть, она сядет на гнездо. Один он ничего не сделает. Унылый такой был, она была. А вдвое они уже веселые и воркуют. И... Ну, понятно. Дальше. Так, это у меня последний. А как же так последний? По-моему, должен быть еще что-то. Как это... Ага, последний. Ну, это, оказывается, было сегодня ночью. Дальше считаем. Николай Басаргин. Игнатий, я помню тебя еще с советских времен. Как ты боролся тогда за православие. И очень рад, что ты жив, здоров и продолжаешь свое дело. Твои лекции по политехе забыть очень трудно. Видите, я ни одного здесь выступления, письма не убирал. Голубка вылетела, вот она какая. То есть совершенно дикие, они боязливые. Но теперь вот они уже у меня в комнате летают. Вот. Подружились. Первые дни он ее гонял, бил, пока она не покорилась. Вот так обращается с невестой. А теперь она под крыло ему голову сует и целуется. Но это у голубей такое. Я не советую это людям делать. Почему он называется по-английски? Как, Никита, называется голубь? Пиджон. Пиджон, это по-русски пишется пижон. Ну, пижон. Хорохорится. И вот это пижон на той стороне, это он себе такую... Она была здесь раньше, его взята на неделю, она унылая сидела. А сейчас такая деловая, все прихорашивается, убирает в комнате, готовит постельное белье, распашонки, все, что требуется ребенку. Вот она какая. Вот смотри, она к нему подходит. Сейчас маленько погодя. Вот подожди, она туалет справила. Все. А дядя уберет, Игнатий. Вот, как только я увижу, что Таня целуется, так покажешь. Вот. Дальше. Он помнит. Вот ни одного здесь письма, никто, это мне по контакту сбросили. Дальше. Любовь Аксенова. Мир вашему дому, Игнатий Тихонович. Благословенного и доброго утра и дня. Благодарю вас, что я у вас друзья. Ролик записываю. Спасибо, Господи, на многое благое лето. Аминь. Еще-то аминь и три... Плюса каких-то поставила. Вот. Недруги, когда смотрят, надо сказать, а он плохие уничтожает, или ну что-то такое все. Не притронулись. У меня свидетели, да, два свидетеля, надо верить этому. Дальше. Олег Шепелевич. А что вот эти вот означают вот это? Не знаю. Так скопировали, наверное, со страницы. Ну, скопировали. Ну что, они, я не первый раз вижу такие вот эти. Я тоже. Дальше. Добрый день. Привет вам из Белоруссии. Я чисто случайно на Ютубе увидел ваше выступление. Беседа с баптистами. Немного прочитал ваши вопросы и ответы на сайте. Мне очень понравилось. Я когда-то тоже принял Иисуса Христа в баптистов. Но через несколько лет угол жизнь закрутила и понесла. Но всегда взывал Господу за помощью
и прошу прощения за содеянное. В общем, так запутался, что слов нету. Есть у меня вопрос. Как мне быть? Или ходить к баптистам, или в православную церковь? Вот на этот вопрос я уже не отвечаю. Потому что он прислал 15 ноября. Мне перекинули его ночью сегодня. Ну, он-то написал, тогда я в контакт не захожу. Это из контакта. Ну, и что тут спрашивать, кому ему ходить? Если он не определился, то я скажу, ходи католикам. Или ходи там, кому я не буду говорить. Я бы, конечно, я сказал, ходи в православную церковь. Но это не ответ. Он должен это сам пройти и найти. Когда я обратился к Богу, я занялся исследованием всех религий, какие были. Буддизм. От начала прошел все, что можно было. Мусульманство, католицизм. И я себя определил, что я православный и никуда никогда не сдвинусь. Во всей полноте сохранившийся первоисточник с первого века православие. С наименьшим повреждением, так скажу. Хватает всего, и даже еретического, и у нас. Вот так. Дальше. Вот ответ, кому даю я? Тут даже... Ну, что-то такое там есть. В субботу вечером. Какой вопрос задали? Здравствуйте, мне? Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, можно ли в субботу вечером смотреть телевизор накануне воскресной службы? Или это грех? Ну, это так. Потом мы увидим, где вопрос этот был. Потому что это копируется, цитата. Ответ. Смотря что смотреть. Вот и все. То есть ты сам определяй. Тоталитарная секта, мы то другое. Но у нас вот принято у тоталитарной секты так. Чтоб человек все сам доходил. Дальше. Добрый день. Это мы вчера говорили. Вот это кто Николай и вот эти Колесников, вот они положили начало вот этой новой теме, новому ресурсу. Вот это. Артем Петров. Да. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Вот заметьте, баптисты, если вот так пишет, через двоеточие, это самое правильное. Православные через запятую, через точку запятой, даже этого не могут правильно написать, потому что Библия для них не является такой близкой, как баптистам, родной и близкой. Вот он какой мужчина стоит. Ну, дальше пишет. Игнатий Тихонович, посмотрел видео письма президенту Путину Владимиру и патриарху Кириллу о миссии до конца. Вот когда начал смотреть, то я был восхищен вашим решением, ибо это достойно прозвучало. Но вот когда до конца посмотрел ваше видеосообщение, то вы пали у меня на глазах. Вот если вы говорите про Бога, про церковь, то где же ваша любовь и смиренно-мудрие? Вы практически все свои мысли заканчиваете только такими фразами. Сектанты и московский патриархат. Если вы не имеете любви, то все ваши слова и действия – это лишь пустое сотрясение духа. Видите, как воздух. Он так думал, а так. Воздуха. Я скажу, да, действительно, он с хорошими мыслями был. Но в конце, я думаю, где же там говорил? Взял вчера заново, прослушал этот ролик-то. Ничего я там не говорю. Я просто упоминаю и одним словом сказал. Вообще не сектантов, но слово сектанта для него болезненно. Я понимаю это. Как будто бы надавил на что-то такое. Нас тоже называют сектантами, оно мне слово это не трогает. Я ему не соответствую. А почему тебя трогает так? Потому что оно соответствует. Ну, когда обвиняют, вот сейчас кто-то придет, а ты вор. Ну, сказал и все. Ты убийца, хоть как называй. Но если убийца, скажешь, ты убийца. Ты понимаешь, какая будет реакция. И значит, что его трогает? Что ему отвечать, я еще не знаю. Потому что он уже категорически настроен против. Не могу ничего ответить. Дальше. Михаил Домнич. Вот какая-то здесь ссылка и дальше. Добрый день, Игнатий Тихонович. Знаком ли вам христианин-еврей и миссионер Михаил Цин? Так, потом я буду отвечать. Дальше, что тут отвечаю? Кому? Это же предыдущий вопрос Михаила Домнича. Знаком ли Михаил Цин? Ответ. Знаком по видео уже давно. Знаком. То есть я много-много его выступлений слушал. Я не просто знаком, а ну много, десятки, может быть, и сотню. Дальше. Он не в церкви православной. Все. Вот мой ответ. Он мне очень нравится. Говорит, ну видно, что он совершенно не склонен к тому, чтобы объяснить свое положение. Где нет епископата, рукоположенного от апостольских времен, это не церковь. Как это можно не понять? Если это, он понимает Дух Святой, там, крещение, языки и прочее, этот он должен был увидеть-то. Никогда в церкви по-другому не было. Вот Питер Гилквист, возвращение домой. Вот тут самый правильный путь. 2000 баптистов пришли в православие. Стали исследовать. Одни по литургии, другие там по поклонению иконам Божьей Матери. С первого века. Через год встретились, сделали доклад и увидели, мы не церковь.
и подали прошение. Вот так. Смотри дальше. Смотри, он утром ей кланяется потихоньку. Не спугни. Он перед ней вот так стоит утром, а она чуть повыше. Видите, как интересно. Ну так это получилось, они не понимают. Хорошо, не отвлекайся. Теперь смотри, кому отвечаю я? Тут что-то... Ну... Николай и Анна Колесниковы, которые просили. А, ну я им ответил, вот оно. Благодарю. Где? Вот оно. Господи, благослови, ждите и смотрите. Вот им ответ мой, ждите и смотрите. И сегодня утром вышла на меня вот такая женщина, считай. Мир вам, меня зовут Елена Колесник. Так, очень хорошо, посмотрите, это она получила наши книги, вот трехтомник, для Слова Божия нет узкости, но православие, моя книга стихов. Посмотри, какая женщина, кого она похожа, тут у нас одна Татьяна Новикова на нее похожа. Дальше она взяла, смотрит к истинному право, это, о, для Слова Божия нет уз, книги ее, потому что кто от нас книги выписывает, цена определенная. Я им высылаю, а потом отсылаем им. Но ей подарок сделанный. Дальше. 2-3 фотографии, чтобы, получив книги, нам выслали. Вот лежат книги. Как они выглядят? Ну, видно, закладки, то, другое. То... Так, в этих книгах Гюстав Доре 230 иллюстраций. Цветных. И 10 из классики. Дальше, считай. Уважаемый Игнатий Тихонович, выражаю огромную благодарность за ваши бесценные книги. Теперь у меня есть огромное богатство, хлеб для моей души и ума. Низкий поклон вам от меня за заботу и попечение о моем сыне Никите. Повернись, вот он, сын. Я спрашиваю, она, мама-то твоя знает, что летом как-то у нас был, и сколько я над тобой там бился-то? Ты еще ответил? Знает. Знает. И она отношения не изменила, что тоталитарный волк задушил ее сына? Нет, не изменила. Ну и понятно, что у нас с ней отношения с сегодняшнего дня на особый статус я ее перевожу. Мы молимся, когда за родственников, ну и у жены родственники кто, и у брата Виктора, теперь я ее сюда заношу. Ну мы отдельно молимся, кто работает по интернету, отдельно путешествующие, болящие, благодетели, враги. У меня по группам молитва идет, я устремляюсь на молитвы. А теперь она у меня переходит по статусу родственницы. В число родственников. Почему Никита рядом? У Володи никого нет, он одинокий. И вот так. Ей это скажут, чтобы она смотрела теперь хотя бы этот ролик. И дальше что? Вы есть духовный отец и учитель для меня и многих. Многих читающих ваши книги. Ежедневно посещаю ваш сайт. И молю Бога, чтобы дал вам крепкое здоровье и долгие годы. Укреплял вашу общину, благословлял все ваши добрые дела. Еще раз благодарю вас за все. Я могу сказать, что мои недруги, клеветники, ну, лицемеры, которые нападают, они не будут верить этому. Во-первых, как это может тоталитарного волка, там, или как там они называют, псевдоправославного, псевдо-лжепророка, как они меня клеймят там. Ну, они-то получают такие письма или нет? Ты как думаешь, я подделал это или так действительно? Ну, я вчера получил, это первый, как бы... А, ты вчера, а что ты не сказал еще? Надо же было на форум поставить, а вы спали уже, это поздно было. А, понятно. Ну, я ложусь раньше спать, а зато я встаю и раньше, так? Да. А я тебе сегодня перед молитвой, я говорю, смотри-ка, Никита, и тебе показал, кто это такой, да мама моя. А вот что написала, ты диктовала это или нет? Я спросил тебя? Да. А ты еще ответил? Нет, я не диктовал ничего. Ну, кто там, это, клеветники-то, которые, ну, вот послушайте, реально. Ну, Никита, вот он сидит перед вами. Ну, я что могу сказать-то? За Никиту, там, если еще такое, Никита может вас и то другое напасть на вас и... Ну, есть для этого основания какие-то? Нету. Ну, нету, ну, поэтому что я буду доказывать? Как человек живой, зачем наклейки-то делать-то? -то? Ну, вот, я показал сегодня, так, еще надо показать на один... На один листик пораньше. Вот. Ведь я передвигаю. Вот это 306, 305. Надо не забыть, где проходили. Пройти. Это сегодня за ночь пришло. Михаил Домнич, позвонить. Ну это так. Вечер добрый. Посоветуйте в Красноярске священнослужителя или здравого православного христианина для дальнейшего общения во славу Божью. Ну я могу сказать, только там работает Юрий Соболев.
Я им такие, я еще не дал ему. Он преподает в Красноярском университете, в академии и ведет катехизаторские курсы в этом, в епархии. Вот с ним нужно связаться. Но вот на этом нашем форуме, когда вы зарядите, зарядите Юрий Соболев, просто запишите, вот там общий поиск, я показывал где, ну, чтобы не забыли, где, сейчас я покажу еще. Вот он, общий поиск. Вот он где, общий поиск. Вот, справа, справа. Общий поиск, не просто тут поиск по темам, а общий поиск. И вам выбросит нашу с ним переписку. Огромная переписка. Я ему скидываю все, что мне пишут. Он, его любовь к нам настолько непритворна, настолько искренняя. А пришел, как Кураев где-то говорил и сказал, а вы знаете, кто самый знаменитый, там, какой-то выдающийся миссионер нашего времени? Ну, кто знает, это так он меня, еще когда его не гнали, Андрея. Ну, кто? Он дальше начал говорить, вот такой-то, такой-то, и мою биографию, и сказал в Барнауле. А он заинтересовался, стал искать, вышел, и почти сразу выписал все мои книги, а это 24 тысячи, кажется, 500 рублей стоит, 38 томов. А вчера мне один написал 38, да хочу так дешево. Дешево. Дешево, это почти в половину с лишним дешевле, чтобы издать их сегодня где-то. Ну, вот так вот. Так надо помнить, что 90% книг, 90%, а это по 1000 экземпляров всего, фактически бесплатно ушли на библиотеки и священникам другим. И поэтому часть продаю, чтобы хоть маленько восполнить почтовые расходы и прочее. Вот так. Дальше я отвечаю. Кто это такой тут? Это может быть он, это ну, дальше. Где, в каком храме он бывает, Юрий Соболев? Как связаться-то? Ну, как связаться-то? Ну, телефон надо будет. Я, может, потом дам. Где-то он у меня есть, этот его телефон, чтобы ему позвонить. Так, подожди-ка, сейчас я могу глянуть. Вот так делаю, сворачиваю. Вот у меня тут папочки адреса. И сразу я захожу. Адреса новые. Максим Быков, трагедия, Соболев. И нету, наверное, здесь у меня его. Ищи-ка. Ну-ка, сейчас я только быстренько. Напечатай Соболев. Вот, все. Соболев Юрий Владимирович. Ну-ка, давай посмотрим. Вот он где. Адрес засчитай. Адрес 660-060, Красноярск, улица Марковского, 57А-62. Ну вот и все, мы уже нашли. Вот. По телефону я не могу найти, сейчас посмотрим еще, может есть. Это, наверное, другая. Или так, ну, Новый Завет, что выписать надо. Больше нету. Где-то есть, но не вру, ну уже можно найти. Можно съездить и прямо в личные познакомиться, это будет неплохо. Видите, ну, неожиданный такой вопрос, поэтому я без подготовки отвечаю. Александр Майданников. Мир вам, Игнатий Тихонович, храни вас Бог. Вы знаете, что в последних роликах вас почти не слышно. И в ролике изучения Библии по скайпу также. Очень жаль, а ваши комментарии весьма ценны. Может, стоит как-то проверять звук? Всего доброго. Это первое такое. Ну, он написал-то 7 декабря, а мне перекинули сегодня. ВКонтакте я не бываю. Вот такое дело. Вот смотри, ну ладно, ладно, пока она начинает целовать его. Потихоньку, покажи быстрее. Вот она первый поцелуй его утренний. У ней клюв. И он склонился. Она принимает эту, он принимает эту любовь, но еще не целуется. Она первая его обихаживает. Разглаживает его морщинки. Видишь, ищет, не заболел ли он. А он отвечает, все нормально. Это просто я держу голубей больше, чем 60 лет. Интересно, в «Алтайской правде», это наша Алтай, это, ну, краевая газета, большая статья была, у злого человека голуби не водятся. Вот ответ. Я в жизни подтверждаю, что действительно так. Не знал ни одного человека, у которого бы, который злой, и голуби водились. Он под разными предлогами, он не понимает этого. Посмотри, как она все больше и больше. Дальше уже голову ему целует. Потом начнет ему крылышки проверять. Ну, а потом он ее обнимет и поцелует. И мало того, может даже попросит ее под одеяло зайти. Вот она как. Некоторые не видят. Это раннее утро. Дальше читаем.
Благодарю за дружбу. Храни вас Бог. Это 8 декабря. Дальше. Василий Онищенко. Дорогой, уважаемый Игнатий, я не имею никакого права отговаривать или в чем-то убеждать вас. Я всего лишь человек, пыль и прах. Но прошу вас хорошо подумать о том, куда хочет ступить ваша нога. Более чем уверен, молитва праведника может передвигать горы, и думаю, что вы можете совершать труд на том месте, где призвал вас Господь. Милостью Божией все мы совершаем труд во славу Божию. Я не могу остановить никого и ни от чего удержать. Если вы слышите призыв Господа совершать труд, то совершайте его там, где Он вас зовет или куда ведет, чтобы дать ход письму. Вы уже это сделали, но результат будет ничтожен. Лучше трудитесь на Ниве Божией у нас, на родине в России. Здесь столько душ, которым нужен Христос, воскресший из мертвых и сидящий одесную Бога. Спаси Господи. Мень – это был великий воин Христов. Очень уважаю труды и вклад этого Сына Божьего. То есть он прослушал мою беседу с Александром Менем, увидел мое отношение к нему, потому что его считают еретиком православной, книги его зазирают, не запускают для церкви-то. И он сразу попутно на все отвечает. Это он говорит о моей поездке в Сирию, в ИГИЛ, к террористам. Тем более я прошусь, чтобы быть на переднем фронте, где падают ракеты, где бомбят и прочее. У меня четкая программа есть. Не допустят, значит, и все. Я не настаиваю, но у меня мысль эта пришла на молитве. Я понимаю, что 99 и 999 тысячных – смерть. Но Бог силен это все сделать. Дальше. Посмотрите, как нивы побелели. Люди сегодня нуждаются в Боге. Дух Божий сегодня призывает спасать людей, тех, кто открыт к слышанию Слова Божьего. Время – последнее время. Время – последнее время. Нужно спешить собирать всех, как во времена потопа в ковчег, чтобы ни один не услышал «Отойдите, я не знаю вас». Время близко, а часть и времени никто не знает, но нужно спешить, все знамения у нас налицо. Видите, как вот сколько он пишет, а то, что нападают враги, там обличители, там разными словами клеймят, они тоже это читают и говорят, они еще то ли сдурели совершенно. Они против себя даже на земле, эти люди, клеветники-то, зачем это нужно? Зачем? Почему не нападаете на патриарха Кирилла-то? Да на меня-то, сколько там, 100 роликов, которые против, но у меня 4000. Против ваших-то 100. А на патриарха-то и он от сатаны. Вы зарядите патриарх Кирилл и посмотрите на него отрицательных роликов, наверное, 90%, которые про него говорят. И что да? И даже патриархия просто возьмите. А возьмите на Путина, президента Российской Федерации. Сколько всяких клевет. Ну и что особенного? А я-то кто такой? Бложка-вошка. Меня что не долбить-то? У меня никаких связей нигде нету. Андрей Безруков. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Рад вашему появлению в группе. Я вас читал. Я в группе? В какой группе? Я ничего это не могу ответить. Но он тут ничего и не просит. Кто это? А это вот, то кафедра. Кафедра православной теологии в ТВГУ. Я админ. Несколько дней назад о вас читал, а тут вы. Мое уважение вам. Дальше. Игнатий Тихонович, вы мужественный человек. Размещайте информацию в моей группе. Альберт Неазов. Здрасте, Игнатий, меня зовут Альберт, и я захожу на ваш канал, смотрю ваши ролики. Очень много интересного нашел для себя, потому что рассуждайте по-еврейски. Я недавно перешел к вере, правда, и искал долго, но слава Господу, Йешуа, Амашиях, открыл глаза на истину. Но Иисус Мессия. Дальше. Но представьте 2000 лет изгнания и лжи со стороны фарисеев. Но благ Господь Израиля и Сын Его Йешуа. Спасибо вам за ваши труды. Дай Бог вам здоровья и долгих лет. То есть вот еврея отзывается так положительно. Он начинает целовать ее. Покажи теперь. Так, он переходит уже к активным действиям. Вот она теперь склонилась. Вот теперь они друг друга за клюв возьмут. И что-то он ей передаст в рот. Вот теперь он начинает ее обихаживать. Она уже присела, она готова. Вот она как. То есть она его намастила своим запахом. Теперь он начинает, видите, под крылышко, у него там особая железа пахучая. Он, вот теперь он, которая ее смущает. Вот. А это я вчера им пришил, как кольца.
что если потом они где-то будут, попадутся мне, я их выпущу потом на свободу, чтобы мне их в общий разряд приговоренных к смерти-то не отнести. И он ее подергал, нет, это кольцо, никак. А попутно показываю, видите, как хорошо, сидим, все открыто. Дальше. Ответ. Смотрите наши видеоканалы, там много интересного и полезного. Я смотрю каждый день вас. Вот я смотрю ваши видео, мне вам вопрос. К какой церкви мы относимся, как мессианские евреи? Извините меня за неграмотное письмо. Мне было 11, когда прилетел в Израиль. Вот, я отвечаю. Мы относимся к русской православной церкви за границей, зарубежной, которые приняли акт о каноническом общении с Московской патриархией. Нас ничто не разделяет, ничто. Мы в братских отношениях по сегодняшнего дня, по крайней мере, это тут. Алтайский митрополит, вот этого был Максим, он приезжал у нас, служил, наши вместе с ними, епископ был, дети у них там причащались в соборе, и они приезжают в нашу деревню, служим вместе, все это выставлено в роликах. Дальше. Алекс Бессонов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович, мир вашему дому. Прошу извинить за беспокойство. Я видел вас в группе верующих. Я так понимаю, вы верующий человек и, возможно, неплохо знаете Писание. Можно вам задать несколько вопросов? Вы верите в Бога? Верую, поклоняясь, исповедую и стараюсь жить по заповедям Божьим. Верую. Когда вот так скажешь, а ты веришь в Бога, а за кого ты меня считаешь? Написано, всякому дать ответ с кротостью и благоговением, требующим отчета. Я поэтому всем даю. Он спрашивает, я отвечаю, я православный христианин. И моя биография вся здесь написана. Но это какая страница? Это не все. 304-ю переходим. А там день раньше было, но и сегодняшний день. Кто такой? Николай Филатов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как по Священному Писанию относиться к тем людям, которые на себя налагают руки, чтобы не попасть в плен? Вот. Я где-то отвечаю, но это нет. Да. Самоубийцы. Дальше. Погибший для вечности. Ад и гиена. Вот. Священник. Кто? Евгений. Пастор. Краснодар. Краснодар. Что он? Здравствуйте. Посмотрел видеозаписи, где онлайн изучение Библии по скайпу. И появились некоторые вопросы. А дело в том, что на занятиях ваши братья часто говорят много плохого о РПЦ и священниках. Это очень грустно, поскольку я сам священник РПЦ МП. Поскольку, давайте по частям будет. То есть, если бы он был не РПЦ, нормально Игнатий говорит, все. А я как раз на занятиях не бываю. Я уже говорил, не говорите патриархия, священство, не упоминайте. Я же вчера говорил. Так что, батюшка, постарайся, чтобы этого не было, не говорили. Ну, нельзя не говорить, потому что люди оттуда приходят. У тебя было там, вот так, вот за соборование столько-то денег. Ну, корыстолюбие-то надо как-то уменьшить. Ну и вы тоже, так говорится, не спастились, явно видно. Если уж на то пошло-то. И вы хороший батюшка, но про меня говорят, что вы знаете, это болезнь Ахава. Ахав. Когда спросил его царь, который пришел, Иосафат, говорит, а есть еще пророк у тебя? Остальные, это говорит, иди на Рамову Галаадске, победа будет полная. Он говорит, есть, но я не люблю его, он не говорит обо мне хорошо. Вот откуда эта зараза. Он не сказал, не говорит обо мне справедливо. Говорят нехорошо, но говорят-то правду. Правду. Если неправду, вы обличите в неправде, во свете Библии. Дальше. Много людей просят у меня благословения на слушание ваших проповедей. Но я не могу их благословить по вышеизложенным причинам. Так, он не может благословить. На это не надо благословения, если они разумны это. А я его не знаю, батюшки. Батюшку не знаю. У нас нет ограничения. Наши люди слушают всех, которые в интернете появляются. Баптисты, адвентисты, иеговисты. И даже на их собрания ходят. Их книги у нас мы раздаем, баптистские, иеговистские. И считают люди-то. Вы еще под собой подрезка держите. Это ваша паства, готовый уже элемент перейти в секты. Вы их закалите, как у меня голуби. Вот эти дикие. Они везде летают. Дальше. Самая беда в том, что я смотрел одну из этих видеовстреч. И там мужчина сначала читал Библию, а потом истолковывал, что читал. Так. И больше всего мне непонятно то, что некоторые отрывки от Библии. Он комментировал, не опираясь на предание церкви, а по своему и в антицерковной риторике. То есть антицерковной риторике. Ведь конкретно надо что-то показать. А если он показал какое-то, я бы показал, что это так. Толкование блаженного Феофилакта.
Но он более в расширенном плане стал пояснять, что сегодня-то вот этого нету. И так. А вот именно так. Вы держите это за свое место, я понимаю. Вас толкни, вы копать землю не пойдете. А что делать? Стыжусь, говорит. Ну и поэтому наценка уже другая будет. Христос такую притчу рассказывал про таких деятелей. Ну не надо так. Риторика какая-то. Мы этих слов не знаем. Ко мне зайдите еще раз и скажите конкретно. Вот он говорил там неправильно, не во свете Библии, про нашу любимую патриархию, на которую нигде в интернете никто ничего не скажет. Да вас за верующих никто не считает. Сатанинская секта, по-другому не называют. Вы сами посмотрите, что делается. То на дороге задавили человека, то гомосексуалисты. Вся мерзость туда стеклась-то. А претензии не так сказанное слово. Человек, который говорил, я думаю, это Игорь Добунов говорил. И он говорил это по ревности, чтобы так не было. Иоанн Златоуст говорит, даже если не так сказал, и тогда поцелуй его за намерение. Если это, ну не так, за то, что он хотел тебя исправить. Самое страшное то, что он говорил о всей церкви. Перечислял все священные степени, священники, епископы, монашества и даже патриархи. Да, все заражены этим. Вы коллегиально это свою когорту защищаете-то. От верху до низу-то посмотри, на кого. Вы хотите узнать, откройте любую страницу интернета, зарядите священство, православная церковь. Да у себя посмотрите, что. Вы разве живете по критериям, которые Господь изложил, по его заповедям? Ну нет этого. Люди Библии не знают. Рождение свыше понятия. Вы не учите людей. Вот о чем говорить-то надо. Его как звать-то? Евгений. Евгений. Евгений переводится благородный. Будь благородным. И даже к противнику относись так, что он хотел тебе сделать доброе. Я понял бы, если осуждать пороки некоторых священников. Но он говорил именно о всех священниках РПЦМП. Так, о всех. Ну вот, когда говорится «все» или «не все», я отношу слова к патриарху Алексею II. Я говорил не первый раз, крестить только в полное погружение, но 98% меня не слышат. 98% – это все или не все? Ну, есть 2%, мы их даже не знаем где. Если вы узнаете, что они после вашего мочения лбом крестят, вы их сожрете, не жуя. Вот смысл-то в чем. Я говорю громко, за интонацию прошу, не хватайте. Потому я хочу, чтобы слышали, во-вторых, я плохо слышу, и вообще такой у меня стиль. Но я не сплю, когда говорю. Дальше. Я не защищаю пороки некоторого священства, но и брать на себя ответственность судьи всей церкви, думаю, большой грех. Ведь не все же попы на джипах ездят и живут двойными стандартами. У нас много простых сельских батюшек, которые голову готовы положить за честь своей паствы и церкви. За честь паствы. Что означает? То есть они вот такой паству сделали, которая ничего не знает. Батюшка, благослови. Батюшка, благослови. Вот вчера мне это зашел, тоже Евгений. И батюшка вот об родобрите материалы стал распространять, о крещении. А я не благословляю. Кого вы благословляете-то? Благословляете те, которые льстецы, лицемеры перед вами. Вы создали такую паству, и вы боитесь, чтобы она по-другому мыслила, иначе она отойдет куда-то, не будет деньги платить. Установите святую десятину. Уберите проклятую Богом торговлю. Вы даже не знаете, ваша паства не платит десятину, они все прокляты перед Богом. Малахию 3 главу считайте. Это не мои слова. Посмотрите, сколько у вас... Смотри, вот теперь видно, какие они ростом. Она пониже, вот он выходит на свободу. Вот она как. Вот, он теперь за ней полетит. Смотри-ка. Вот дождались мы. Там постель, там спит Володя Пащенко, вот, который снимает. Себя покажи, Володенька. Вот. Ну ладно. Вот. И он там застилает бумагой, бумагу придавили поленьями. Теперь он хочет туда, к ней. Пусть сам. Да, а потом назад прилетит. Это дикие с улицы. И они уже делаются более... Вот ты смотри, смотри. Все. Вот попутно показываем. Любите голубей. Это не просто любите, а держите. У меня 3 голубятни. Так, и что? Все. Голову готовы положить за честь своей пасты. Какая честь-то? Вы настоящих верующих, если видели, поймете, какая честь. Как-то мой брат, отец Аким, он каждый год ездит там по мощам, по Дивеево везде. Ну и приехал, и один священник ему говорит, так много причащаться, на исповедь пришли, ну помоги мне. Ну, он вышел там, ну, может, 150 человек, много. Ну, батюшка, я-то буду по-своему исповедовать. Ну, я тебя много лет знаю, там, 30 лет, я что тебе, ты же не... Ну, ладно, батюшка там куда-то, а он, отец Аким, начал так.
Слушайте внимательно. Кто последние 4 поста, хотя в течение года, не постился, нарушал, прошу сразу отойти. Исповедовать даже не буду. В среду, пятницу не соблюдает 69-е апостольское правило. Схлынули, остается не больше 30 человек. 30. Теперь говорит, вот вы стоите здесь, которые бритые, там начал говорить, которые нарушаете одежду, ходите там, я уже просто припоминаю, что дома мерзость перед Богом женщин, носящая мужскую одежду. Не подходите. Осталось 10 человек. Ну, а кстати, этих начал исповедовать. Да вы начнете их исповедовать-то по правилам, по канонам, то у вас никого не будет. Да по канонам, соглашенными, может быть, вы должны выходить. Вы не учили людей, вы убийцы. О, всех, да что всех-то. Ни у церкви православной не было никогда такого низкого рейтинга, как сейчас. Вам все рассказывать, вы в интернете посмотрите. Патриарх, а за патриархом-то что? Надо заботиться о патриархе, чтобы не было за ним это, ни продажи табака, ничего прочего. За что его судят-то? А мы молимся. Я его и такого каждый день поминаю. Всех епископов, что Бог дал им духовное рождение. А это он, видишь, какой патриот. Поставьте меня теперь еще выше. Я понимаю, что это такое. Ну, а тут кто-то спрашивал, что? Это ответ ему. Это, ему ответ. Ну, я ему скинул наши все ресурсы. Смотри туда. Это кому я отвечаю? Ему, а, тут одна женщина, как правильно писать поэзию. Что? А по поэзии я ответил. А это кому отвечаю? Непонятно? Ну, тоже дал, скинул, только и все. Больше ничего не надо. Дальше, Алексей. Алексей, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, можно ли в субботу вечером смотреть телевизор накануне воскресной службы? Так. Это было уже, да. Это было? Да. Ольга Софеева. Я не могу понять, а почему стоят со сложенными руками? Что это, послушание такое? А миссионер Лапкин стоит позади всех и зорко следит, чтобы все отстояли службу. Конечно, все это хорошо, и храм, и служба, но Господь на сердца смотрит, и что он там видит? Это Ольга Стафеева. Значит, я о себе скажу. Стоит сзади, где она видела, что я сзади стою? Меня не видно, я в коридоре стою. Может быть, в Потеряевке, действительно, и зорко следит, чтобы не все отстояли службу. Ну, я староста, я должен следить за этим. А следить за тем, чтобы отстояли службу, откуда она знает, зачем я слежу? Я молюсь, стою. И смотреть, чтобы все отстояли службу, никогда ни одного дня не смотрел. Ни разу даже не смотрел. То есть она уже начинает судить, и неправильно при том. Конечно, хорошо. И храм, и служба, а где она бывает, там непорядка, ничего этого нет. Знаю определенно уже. Почему? А нигде мы не видели, чтобы был полный порядок. Он куда полетел? О, на ту сторону. Вот она улетела. Покажи-ка ее. Вот она как. Ей охота крылья развернуть. Потому что она там связана. Ну и вот. Это как будто мы какой посмотрели уже сейчас. Сейчас я посмотрю. Какой? 303 страницу откроем. Это, ну, сегодня, вчера тут были. Это какие-то ответы мои тут были. Так, что? Алексей Шторм. Хотел спросить. Возможно, вы знаете такую тетю Рюмову Нину Ивановну? Она была президентом фонда «Благодать» в Находке. Я ее лично знаю, смотря ваше видео, вижу, что вы с ней очень схожи духом. Не знаю, я ответил ему на это. Я-то не знаю, не встречался. Но это мои ответы идут. Вот эта женщина, там большой ответ. Она написала, как стихи писать, там Фет, Пушкин как пишет. Да, ну, все она пишет правильно. Но я не поэт. Вот в чем дело-то. Я не поэт. Это проповеди в стихах. Я чувствую поэзию, издавал поэзию-антологию за 300 лет мировой поэзии, отдельно за 300 лет русская поэзия. Это 26-й том у меня. Я знаю, о чем говорю, но я никому не подражаю, ни с кого не списываю. Я попутно хотел задать вопрос, вот кто говорит. Почему ни в одной стране нет литературного института, а только в Советском Союзе? Хемингуэй что кончал? Пушкин что кончал? Литературный институт нет, ничего не было. Этого не было. Это талант есть или нет. А в России вот они писали. Писали, до чего дописались. Аж до чего дописали, слушайте, Жириновский выступает, когда про Муму там говорит, смех один. Вот они куда, ишь, куда залетел. Вот он. То есть им там очень нравится. Ну, я закрыл книги, все, мои книги тут. Видите как. Даже голубь любит свободу. Ну, тоталитарные тут не дают ему свободу. Дальше.
Вот мужчина. Кто он такой? Михаил Тарасов. Вот он какой. Смотрите, боевой мужчина с папиросой. Прямо к нам вошел. На холме. Какой-то холмик у него тут стоит. Палка. Еще он пишет. Батюшка Игнатий, здравствуйте. Приятно, что вы у меня в друзьях. У меня один вопрос к вам. Зачем вам этот ИГИЛ в то время, когда в стране свою власть накручивают жиды? Зачем вам ехать куда-то, когда на нашей земле творится бардак? Цены искусственно позавышают, безработица, народ недоволен властью, обозлен. Турки грозят войной, на Юго-Востоке также рвут Донбасс. Это наша страна, и думаю, что через полгода начнется что-то нехорошее. Имеем ли мы право бросать все, ехать куда-то? Бросать свою землю, свой народ, когда он нуждается в нас. Вы живете достойно, и не вправе мне вас учить и давать советы. Но мы должны быть вместе, и раз уж время наступает прихода Бога, чтобы судить нас. Имеем ли мы право встречаться его с псами, которые убивают женщин, детей, рушат наши храмы? Имеем ли мы право быть с жидами и становиться ими, в преддверии Бога, каким он увидит нас и с кем? Дай Бог вам здоровья. Очень приятно мне с вами будет пообщаться. Вот я им дал свои материалы и показал. Я так понимаю. Никого не надо зазирать. Вот ИГИЛ. Я не настаиваю. Я иду не к теще, говорится, на блины. Если меня пустят туда еще. Это надо договориться с их руководством, чтобы в Турции меня встретили, этим коридором провели, где они бывают, там это, где боевики там, в какой области. Ну, я понял, что моя кандидатура самая подходящая. Возраст, и что я к мусульманам как отношусь, не нарушаю никаких их законов, ну и прочее. То есть у меня четко есть программа. Он говорит-то, говорит, как он понимает. Ну, а какой он? Ну, я вижу, что... Не, у нас такой даже в ограду не зашел бы с папиросой. Даже в кармане папиросы мы в ограду церковную не разрешаем заходить. Видите, в деревне также. Везде 5 входов в деревню, и везде написано, курить на территории деревни запрещается. Еще. Игнатий Иванович. Все, сейчас уходим последнего. Кто пишет? Жена Таксини Малетиной. Ну вот они. Вот они. Где-то похоже, что как бы в самолете сидят. Так? Да. Она говорила, чем-то похож. И что он пишет? Мир вам! С вчерашнего дня смотрю ваш канал. На многое глаза открылись. Прошу помочь. Сам я из Новосибирска. Долгое время был сектантом. И сейчас формально ним остаюсь. Но вникая в себя и изучая Слово Божие, не могу более жить без апостольской преемственности. Вот он не боится называть себя сектантом. Сейчас еще чуть-чуть. Сектантом и то другое. Что так болезненно воспринимают? Меня все время называют сектантом. Но я не сектант, я православный. У сектантов нет института священства. Первое что? Разница учения догматически. У меня не разница, я православный. Еще? Можете дать номер телефона кого-то из Новосибирска? Живу очень далеко от храма на Затулинке. Хотел бы предварительно созвониться, чтобы ехать не зря. Ну вот и все на сегодня. Ролик фактически будет готовый, я его выставлю. Поблагодарим Бога. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Да будет этот день посвящен прославлению Твоего святого имени. Благослови наших братьев на труд и сделай его полезным и безопасным. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где идут войны. Сохрани правителей от покушения на них. Умудри их издавать добрые законы. И даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастве. Господи, пролей милость Твою на врагов, на злословящих, разруши их замыслы во зло. И в суды день прости им, что они творят, ибо не знают, что худо делают. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благодарю, Володя, что ты снял. Во славу Божию.